Всем привет, ребята, извините за такое долгое отсутствие. Очень редко получается так, что и Максим, и я свободны, и можем снять видео. Но будем стараться снимать чаще. Ну, если тебе не сложно, поставь лайк, подпишись на канал, поддержи нас. Вот такое состояние у нас. Шикарно. Вот такие вот блоки, цена их 100 гривен. И будем устанавливать вот сюда вот в маятник. Вот, снял я уже колесо, дальше снимаю ступицу, выхлопную, амортизаторы, и можно снимать маятник. Ключом на 24 откручиваем ступицу. Так, все, снимаем ступицу, это натяжитель. Вот, снимаем ступицу. И что мы видим? У нас откручена звезда. Вот, видно. Как я еще бы не потерял, я не знаю. Все, затягиваем. Лучше всего затягивать его в колесе. Сейчас я вам продемонстрирую этот момент. Все, вот у нас колесо, вставляем на ступицу. И подтягиваем все. Есть. Все, и теперь отверточкой загибаем эти усики боковые. Итак, следующая на очереди у нас выхлопная. Вот, уже снял выхлопную трубу. Вот она у нас. Вот такая вот. И буду дальше снимать, разбирать все. Снял, и осталось открутить амортизаторы. И все. И можно уже демонтировать маятник. Для удобства снял подножки и дальше продолжаю разбирать мотоцикл. Вот, открутил амортизаторы, и сейчас, ответственный момент, снимаем маятник. Вот и сняли маятник. Вот наш, собственно говоря, маятник и снялся. В общем, вот наш маятник, и почему я меняю сайлентблок, какая у меня проблема. Вот сайлентблок короче, вот так вот. Так не должно быть. Он должен ходить плотно. Вот, как это тут. Его нужно прессовывать. А этот просто болтается и все. Такое бывает. Вот. Как я буду решить эту проблему? Вот у меня вот есть такая вот стоп-резьба. Я сейчас все обезжирил и буду ставить это все на стоп-резьбу. Намазываем, прессовываем, ждем, пока сохнет, и можно собирать. Сайлентблоки мы уже поставили в маятник. Сейчас будем вот такой вот эмалью черной красить вот эти вот места проблемные. Покрашено все. Вот прокрашены проблемные места. И скоро будем заниматься установочкой на место. Зачистил выхлопной и буду красить огнеупорной краской. Итак, мы перешли к моменту сборки. Уже установили маятник и прикрутили амортизаторы. Следующие ножки пассажира. У нас уже потемнело, мы продолжаем снимать, уже закрепили аморты на маятнике и установили защиту цепи. Вот, вся цепь сама тоже установлена уже. Продолжаем заниматься. Вчера мы уже собрали мотоцикл, вот готовый результат. Было темно, уже не стали ничего снимать. Спасибо за просмотр, подпишись, поставь лайк и жди новых видео. Пока-пока!